І дуже цікавий гість у нас на кінець тижня примушує згадати дитинство, коли всі ми любили мінятися – цукерку на жука, ляльку на марки, жувальну гумку на ручку. Один дорослий чоловік дитяче захоплення перетворив на рекорд і справу життя. Наскільки серйозно, зараз дізнаємось. Отже, наш гість – Сергій Петрик, автор сайту Quest TV і рекордсмен із обміну. Більше того, він стверджує, що на обміні можна заробити. Мені вже цікаво. Добрий вечір. А я ж слышала про BMW, который вы там уже, да, выменяли или это уже слухи? Выменял. Рассказывайте, на машине приехали сюда? На стоянке машина. А вообще, идея, скажу, откуда появилась, чтобы было так понятно. Когда-то 7 лет назад ходила такая история, когда Кайл Макдональд, это канадец, обменял скрепку на дом и попал в книгу рекордов Гиннесса. А, ну вы, в общем, так идею, я так подумал, да, идея, что никто до этого ему вызов такой не делал, и повторение никто ни разу даже не повторил. Я подумал, почему бы не попробовать, только решил BMW, у меня предыдущие две машины как раз были BMW, и я думаю, ну, наверное, на BMW нужно менять. И решил что-то наше такое вот, поменять булавку на, и решил даже три булавки на BMW, чтобы было интересно, разные предметы. 2 месяца я менял. И за эти 2 месяца были интересные обмены, в разных странах причем. Ну, вот это что-то вот типа посткроссинга, да? Как это делается? Это интернет вы используете или собственный сайт? Или как это происходит? Вот процедуру расскажите. Да, и использовал в основном своих друзей. То есть я когда-то понял, у меня мои знакомые всегда говорили, а можно что-то вот поменять, ну вот без денег, да? Вот там предмет с одним условием, повышением ценности. То есть предмет менялся... А, обязательное условие нужно, чтобы была повышенная цена. Да, иначе это бартерные обмены, я бы стоял на одном месте. Неинтересно. Неинтересно, да. Ну, все равно же булавка это начальная, BMW конечная, между ними было очень много, мы не знаем, было какая много разница цены. Да? Было расскажите очень много попыток, ну могу привести несколько вот примеров, так как многие меня знают, ну у меня есть свое окружение, и у меня бизнес связанный с интернет-бизнесом, у меня окружение, которое доверяет мне, и когда я какую-то такую идею заявил, многие сказали, я хочу тебя поддержать, и сказал, окей, мне это интересно, твоя идея креативная позволяет показать, что любая цель достижима. То есть любую цель можно сделать, даже булавку на BMW, как бы это ни звучало. И получается, за 2 месяца у меня были обмены в Казахстане, меня человек обменял, такая смешная история, могу рассказать. Человек пришел и говорит, у меня есть коллекционное вино. Это вино, которое стоит где-то в районе 500 долларов. Я готов с тобой обменять. Я говорю, давай с тобой встречаться. Наступает следующий день. Ну, это приходит сделка, да, в общем? Это, да, можно тоже как торг сделать там происходит. Он приходит и говорит, вино выпили. Говорит, ну, у меня есть для тебя другой. И он мне предмет дал, я называл предмет артефакты. Он дал мне сертификат на бизнес-тренера по ораторскому искусству, который я дальше обменял на золото унцию. А эта золото унция пошла в 3 предмета, которые я обменял на BMW. Супер. Но вы скажите, как вы первого человека убедили, первая сделка, да, можно сделкой называть, это же сделка, вот булавка, что было второе, вот, на что булавку вы обменяли? Ну, их было три булавки. Три булавки. Они были ценные или обычные? Они были ценные, у меня вот одна булавка они даже... Они были с какими-то, да? Вот у меня одна даже такая булавка, я называю это булавка магическая, она заряжена успехом, процветанием, вот это именно она. Вот их было 3. То есть они этим ценны? Я имею в виду, там драгоценности есть какие-то в составе? Нет. Ценна она своей информацией, да? Ценность, которую мы в нее вложим, это самое главное, как каждого человека. Вот. Первые люди, конечно, которые поменяли, это люди, которые меня знали. Они сказали, мы хотим поддержать тебя, хотим твою идею. Это у меня был первый предмет на камеру GoPro Action. Ну, хороший, могу сказать, сразу да, хороший. Я сразу скачу поехал в Ивано-Франковск. Можно зайти на мой YouTube-канал, по моей фамилии можно его найти. И там увидите, как я в реалити-шоу еду поездом, встречаюсь с человеком. Он рассказывает историю этого GoPro, почему он решил со мной поменяться. И он хотел получить именно этот предмет. У него первая, кстати, первый предмет булавка, который он сказал, я верю, что ты обменяешь на BMW, и поэтому я тебе даю свою GoPro, потому что я ей не пользуюсь, она объездила со мной полмира, вот, пожалуйста. И я дальше эту GoPro менял на следующий предмет. Ну, смотрите, я правильно понимаю, вы же должны быть какие-то подписчики, читатели, которые о вас знают и узнают о ваших новых там шагах, да? Так есть. То есть у вас должен быть там сайт или канал на YouTube. Да. Можете зайти посмотреть, сейчас сайт на обновлении, Quest TV называется. И по каналу, если YouTube, по моей фамилии, Петрик Сергей, вы можете найти, то есть мои пути обмена. А у нас есть ролик о вас, фрагмент, давайте посмотрим. Давайте. We'll be right back.
Киева, зарегистрировать рекорды, которого до сих пор еще никто в Украине не устанавливал. В течение нескольких часов ваша цель, которая будет у вас, обменять телефон. Обменять булавку на телефон. Вот у нас вот такая есть булавочка, видите, красивая. Это действительно серьезный рекорд, который никто раньше не делал. Первое, вы получите возможность работать со страхами и блоками. Это важно? Да! Хотите вы реально на практике узнать, как это? 20 добровольцев, пожалуйста. Выйдите на сцену. 20 человек. Сейчас реально есть возможность, ну, как бы стать участником этого шоу. У команды установлен рекорд. Это первый рекорд Украины. Спасибо. Так, а в этом и заключается смысл. Смотрите, мы просто делаем что? Мы просто произвольно меняем вот что-то, что есть у вас, на любое. На любое. Но оно должно быть немножко ценнее и дороже, чем эта булавка. Это вообще, это так ценно будет. И я хочу принять это от вас, вот это золотое дорогое зеркальце, в обмен на вот это вот. Она не золотая, но она очень ценная. Вот сохраните ее. Я пошел дальше. Столько людей, и которая будет увлекать все больше и больше людей. Организатор Сергей Петрик, рекорд Украины. Ну, поздравляю вас с таким достижением. Спасибо. Вижу, рекорд уже зарегистрирован. Ну, слушайте, это ну гениально, что могу сказать. Зачем вам это нужно? Что вы хотите? Славы, денег, автомобиль уже есть. Что вы с этим будете делать? Вот с этим всем, то, что мы увидели. Вот рекорд, который был поставлен и приглашен в Национальный реестр Украины. То есть это была такая задумка, чтобы показать, что, опять же, можно любой предмет поменять на более ценный. То есть любая цель достижима. Где вот с незнакомыми людьми на улице была цель их показать, что они повышают свою самооценку, что они более уверены, что они могут булавку обменять на телефон в течение часа. То есть это было в ограниченные сроки сделано. То есть люди выходили за какие-то рамки, за свою эту зону комфорта. То есть мне это интересно на сегодня, потому что я вижу, как люди вот реализуются через путем таких как бы тестов, интересных экспериментов. Вот обмена, как вы вначале сказали, что это в детстве мы когда-то меняли, приходили домой. Да, да. И нам мама говорила, этикетки, жвачки. Да, да, да вот где меняли. Ты взял? Пошел обменял. Да, календарики меняли, все да. это. Ну, можно же теперь какую-то площадку организовать где-то там в центре города и каждую субботу вот такую вот акцию по обмену устраивать или нет? Мы квест такие обмены планируем прям делать. Я устраивал это уже, организовал такие мероприятия на 50 человек, на 100 человек. Это массово было в Днепропетровске на 100, на 1000 человек, где уже приглашены были рекорд и зафиксирован как самый массовый рекорд Украины. Я не пойму, ваша выгода в чем, кроме славы? Мне это интересно, мне это вот действительно приносит удовольствие. Ну, это же все равно конечно. Или есть какая-то цель далеко идущая? Все равно цель есть, конечно. Далеко идущая. Хотите да. стать каким-то бизнес-тренером всемирным, известным человеком, я не знаю, Копперфильду помощники? А, не хотите говорить? Все может быть. Нет, моя, если брать сегодняшнюю цель, я хочу вот сделать это масштабные квест-тренинги. Сегодня квест-направление вообще очень модно. То есть многое сделано квест-румов, квест-комнат. И вот люди выполняют эти задания, проходят какой-то, получают там опыт, какие-то знания, какие-то, скажем, интересные увлечения. Да, да. Я хочу просто это распространить в разных городах и странах, где человек там за час приходит, и он, во-первых, может показать, что даже с такой маленькой вещью можно получить чего-то большого. Вы один или у вас есть команда. Помощники? У меня есть команда. Есть помощники, там кто-то учится уже у вас? Или это просто помощники? Сегодня уже есть команда, которая занимается организацией сайта, организацией событий, мероприятий. Много тренеров и даже просто людей, которым интересно, ну как это возможно, и даже хочет поучаствовать в таком.
кто-то даже видит на этом заработок. Ну, да, не буду это скрывать, потому что я же тоже три булавки на BMW обменял, это тоже. Это тоже заработок, конечно, выгода, я называю это выгодой. Конечно, да, но мне нужно было быть примером, я хотел показать, что это все возможно, и сам пошел на это, и показал, что это реально. Ну, вот вы говорите, что все возможно, вы покемонов можете переплюнуть по популярности? То сейчас все вот просто с ума сходят, я не знаю, может быть, ваше увлечение покроет как-то вот это безумство? Буду только рад. Будете стараться, да? Меняться будем? Будем. Ну, у меня вот такой вот блокнот чудесный. Он гиперценный. Он гораздо ценнее, чем ваша булавка, я так думаю. Ну, это меня устраивает, потому что эта булавка заряжена успехом. И это булавка, которая была в числе тех булавок, которые я обменял на BMW. Я с удовольствием готов с вами обменять. Супер, спасибо. Вот вам блокнот, и забираем вашу булавку. На удачу. Спасибо большое. Да, на удачу. Проверю, я потом сообщу. Что дальше? Какой следующий шаг? Следующий шаг. Кроме вот, ну, ближайший, да, что мы можем увидеть, где мы вас можем увидеть там. Да, услышать. Вы увидите в ближайшее время, мы будем организация Quest TV, это будет называться Quest TV. Uh-huh. Вы можете на этот сайт заходить и смотреть, во-первых, путь, историю, как я это сделал, подтверждение. А, во-вторых, видеть, у нас будет такая карта, где мы будем проводить эти квест-обмены. То есть мы точно покемоны, точно слава покемонам, да-да. А вот, поэтому это будут разные города, Украины, многие города, Белоруссия, Молдова, Казахстан, это вот ближайшие города, на которых будут проводиться такие квест-обмены. А за пределы СНГ вы не ходили там? Пока нет. Пока нет. Почему? Это сложно добраться, сложно... Это нужно делать только лично, вот в присутствии, или это можно делать по почте? У меня есть идея Кайла Макдональда пригласить. Это человек, который все же вошел в Книгу рекордов Гиннесса, он обменял на дом. Угу. И вот у меня есть одна из таких задач, пригласить его, записать с ним какое-то, возможно, интервью, а возможно, с ним даже что-то поменяться. Ну, когда пригласите, приходите к нам в студию, запишем с вами обоими. Трампа лучше как-то вылавливаете, да, у него там большие проблемы, такие проблемные взгляды на Украину, будем как-то его обхаживать. Ну что, спасибо, замечательная идея, мне очень понравилось. Это сейчас действительно очень многие меняются, но вы вот нашли какой-то такой необычный, свежий и взгляд, и еще и рекорд установили. Рекорд просто вот, это просто фиксация и больше ничего, да, у вас есть такой вот диплом, вы теперь рекордсмен Книги рекордов Украины. Именно так, да. Ну, теперь в следующем году будет напечатано в книге, можно зафиксирован сам рекорд, можно это прочитать. Угу. И я заявку на Гиннес подаю. Да, я вам думаю, теперь путь только в Гиннес. Да, дальше. Я думаю, это ближайшие там 3-6 месяцев, потому что там заявка рассматривается не быстро, они принимают все материалы, фиксируют, и вот следующий у меня, если брать, да, ближайшая цель, это рекорды Гиннеса. Спасибо, пусть получается. Будем за вами следить.